поселке Марая Карачаевского городского округа. На завершающий этап вышли работы по возведению нового здания детского сада для ясельных групп. Об острой необходимости еще одного дошкольного учреждения в населенном пункте главы республики Рашиду Тимрезову во время выездного приема граждан в 2019 году рассказали жители населенного пункта. Жители говорили о нехватке мест именно в ясельных группах. Ахмат Халкечев продолжит. Еще прошлой осенью здесь был пустырь, и первая строительная техника появилась лишь в ноябре. Ну а на данный момент полностью завершены строительные и кровельные работы. В активной фазе косметическая отделка. В новом учреждении откроются 4 ясельные группы, и в них свои первые шаги в увлекательный мир знаний сделают 80 дошколят. Отделочные работы на первом этаже завершены полностью. Остался у нас второй этаж и благоустройство территории в основном. Сейчас работаем над теплотрассой. Наружные сети, канализация, теплотрасса и электроснабжение садика. В здании помимо самих 4 ясельных групп предусмотрены медицинский и пищеблок, просторные спортивные и музыкальные залы, а также собственная прачечная. При непосредственном содействии главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова строительство нового дошкольного учреждения было начато в рамках федеральной программы «Демография». Исходя из потребностей населенного пункта и исходя из наполняемости как воспитанниками детского сада, будет рассматриваться вопрос, будут другие группы или нет. Финансирование идет с федерального бюджета плюс региональный бюджет, то есть бюджет Карачаево-Черкесской республики. Финансирование Карачаевского городского округа не предусмотрено соглашением. Сдача объекта по проекту планировалась к концу текущего года, но благодаря тому, что работы шли с серьезным опережением графика, представители подрядной организации и руководство городского округа рассчитывают, что уже к началу нового учебного года учреждение дошкольного образования распахнет свои двери для своих первых воспитанников. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск, поселок Мараяга.